Быстро соскучились. Международная ассоциация легкоатлетических федераций хочет вернуть наших спортсменов на международные соревнования. Это та самая ассоциация, которая изначально отстранила легкоатлетов из-за допинга. Ну, теперь, похоже, там передумали. О планах вернуть россиян рассказал глава этой самой ассоциации Себастьян Коу. Мы должны сконцентрироваться на восстановлении ВФЛА, но в соответствии с критериями, которые были установлены. Эта работа должна начаться немедленно. Нам нужно вернуть российских спортсменов на соревнования, но мы должны быть уверены, что они представляют системы, работающие по-честному.